Друзья, я знаю, что многие музыканты сталкиваются с проблемой нехватки колпачков. Либо родные колпачки ломаются, либо используется какая-то очень хитроумная лигатура, как, например, на муштуках Тео Вейн, и колпачки обычные туда просто не налезают. И вот на помощь приходит AliExpress, продаются вот такие колпачки силиконовые. Они стоят недорого, там 80-100 рублей. И вроде бы они должны быть очень удобными. И я купил несколько штук, стал их использовать, и я понял, что они совершенно непригодны для использования, несмотря на кажущееся удобство. Дело в том, что они деформируют трость. Я вот поставил сейчас на мокрую трость колпачок, закрыл плотно муштук, и вот что происходит с тростью. Трость изгибается вот так вот полукругом таким. И эта деформация, она сажает трость, и трость просто вы выкинете через несколько таких итераций надевания колпачка. Поэтому, если вам трости дороги, пожалуйста, не используйте такие колпачки.